К началу лета в Химках появятся новые газоны. На данный момент ведутся работы по их рекультивации на пересечении улиц Маяковского и Пролетарской. Стоит отметить, что на данном участке посева свежей травы не было в течение последних 5 лет. У нас здесь, во всяком случае, вот на этих газонах, которые начали благоустраивать, паркуются машины. И после этого грязь. И это некрасиво, это не красит город. Программа по рекультивации газонов охватит территорию в 25 тысяч квадратных метров. Это работы первоначальные, которые мы будем проводить, проводятся на улице Калинина Чапаева, по улице Московская, улице Пролетарская, улице Проспект Мира, улице Победы, Юбилейный проспект, улица Строителей и Панфилова. Это первоочередные улицы, которые мы будем проводить эти работы. Окончание работы запланировано на середину июня.